Всем привет! Пришло уже много посылок от компании Диагостини. И пришло время хоть что-то из них собрать. Я думаю, что одну-две посылочки мы сегодня с вами соберем и посмотрим, что нового прибавится в нашем УАЗике. Ну что, погнали! На сегодняшний момент у нас с вами вот такой боец. Вот такие копийные болтики на колесах. Это я уже изменил. Но смотрится неплохо. Далее у нас с вами такие же копийные болтики на крюках. Вот. Ну, давайте собирать дальше. Так, что мы имеем сегодня? Пакет. Номер 37, 38, 39, 40. Четыре номера. Давайте собирать. Наикрасивейший пакет и 4 долгожданных номера. Так, номер 37. Что у нас здесь? Какие-то подставки и дособираем радиатор. Если мне не изменяет память, я последний раз все-таки кое-как прикрутил радиатор. Подставка подо что? Под него? Ладно, посмотрим. И вы вот посмотрите. Вот это вот стоит 500 рублей. Тут разве есть что-то? Тяжко, конечно, собирать эту всю штукенцию. Ну да ладно. Что у нас здесь, значит, с вами? Первое действие. Мы прикручиваем вот эти боковушки к радиатору. Одну часть и, соответственно, с другой стороны вторую. Болтики АП. Мне кажется, про болтики уже смысла нету говорить, потому что люди просто ждут, что получится от сборочки, а что, куда кто прикручивает, нафиг никому не нужно. Потому что кто собирает, у того есть инструкция. Вот и все. Вот такая деталька получается. Второй шаг. Собираем радиатор между собой. Две части. Берем одну половинку, другую половинку. Защелкиваем и скручиваем. Чаще всего спешим собрать, прикрутить куда-то лишнее, только для того, чтобы какую-нибудь сделать интересную фотку. А так, конечно, спешка не нужна, ничего прикручивать раньше времени не надо, надо двигаться по инструкциям. И вот такой радиатор у нас получается. Далее берем вот эти вот элементы и втыкаем вот сюда. Не знаю, как они должны быть точно. Ну, не знаю, оба туда, оба сюда. Это крепеж радиатора получается, скорее всего. Вот. И вот такой вот он получается. Не знаю, наверное, так. Ну да. И все. Вот, пожалуйста, еще один номер закончен. Так, следующий номер 38. Здесь у нас еще идет дальше радиатор. Я так думаю, ближе что-то к вентилятору, наверное. Ну, сейчас достанем и посмотрим. Чуть-чуть номер побольше, но в принципе все так же еле-еле.
Патрубки, ага. Так, болтики пока в одну кучку, детальки в другую. Читаем, собираем. Шаг один. Первый шаг. Вот тут в мешочке есть маленькие штучки. Так сказать, краники. Краники, патрубки. Так, берем первый, который вот такой, типа с краником, не знаю. Втыкаем его вот сюда. Пазы все есть, поэтому ошибиться будет сложно. Дальше берем вот этот бачок. Втыкаем это дело все сюда. Вот так. Далее, третий шаг. Берем кронштейн и вот сюда его прикручиваем. В принципе, все показано. Пазы есть. Болтик с шайбочкой, потому что по-другому не зафиксировать. Так, далее берем вот такую штукенцию и прикручиваем вот так клапаном вот этим во внутреннюю сторону, переворачиваем и болтиками АП докручиваем. Давно не снимал, не знаю, как сегодня камера стоит, особо времени нет, поэтому что получится, посмотрим. Так, берем опять радиатор. Берем маленький вот такой шпунек и вставляем его вот сюда, в нижнюю часть. Единственное, что... нашел проточку. Все тут есть. Все воткнул. Вот так. Вот. Вдруг не увидели. Следующий шаг. Берем радиаторную кассету, ну, точнее, вентиляторную. И получается, что прикладываем вот сюда. И прикручиваем болтиком АП, но только почему-то в одном месте. Давайте проверять. Сюда. Следующий шаг. Берем вот эту нашу, которую мы прикрутили, штукенцию. Так, мы ее ставим вот сюда. Поэтому и не надо было все остальные болты прикручивать. Соответственно, и вторую детальку мы просто ставим с обратной стороны и прикручиваем уже тремя болтами. Не, в принципе, проект солидный. Ничего не хочу сказать. Очень интересненько. Собирать, в принципе, очень нравится. И довольно-таки детализированно получается. Хотя есть люди, точнее, может быть, даже сказать, один человек, который делает еще копийнее и из металла многие элементы. Так, готово, собрано. Следующий шаг – патрубки. Берем как бы с хомутом и одеваем вот сюда. Раз. Берем следующий патрубок вот сюда. Два. Далее берем наше дно. Тут у меня куча всего, как и у всех. Берем радиаторную кассету и устанавливаем. С нижней части прикручиваем болтиками ЕП. Вот сюда просто ставим и снизу прикручиваем. Вот так смотрится отсюда. И вот так смотрится изнутри. В принципе, очень даже симпатично. И смотрите, что у нас значит дальше. Вот эти элементы, которые
я сказал патрубки, это нарисовано заменить на свечи. Типа не копийно было по прямому, вот эти вот на свечи шланги одевались. Вот, типа их заменить. Вот. Ну, я, наверное, менять их уже не буду, пускай они будут какие-то кривые, не кривые. Вот, останется, потому что суперкопийности двигателя мне не надо, я его все равно буду ставить на радиоуправление. Так что вот эти элементы я, конечно, никуда не выбрасываю. Я их положу в мешочек. И по возможности, если вдруг загорюсь этой идеей, обязательно поставлю. В принципе, видно, куда одевать штуцера с радиатора. Все втыкается, все собирается. В двигатель все я воткнул. Вот. И все. На этом сборка еще одной посылки закончена. УАЗик наш собирается. Пока что вот так у нас с вами. Если вы видели, то я уже ставил такие колеса на Axial первого поколения. У меня тоже есть УАЗик, только в 10 масштабе. Но колеса ему, в принципе, подошли. Вот. Не сильно они разнятся. Там небольшие погрехи в кузове, в размерах. Вот. Ну, в принципе, они ему подошли. Вот. Но, конечно, он на них не едет, но смотрится довольно-таки копейно. Кто не видел этот видос, обязательно посмотрите. Вот. Ссылку, наверное, сделаю в описании. Посмотрим. А сейчас еще два номера. И это уже салон, точнее, сиденье. Давайте соберем. Вы, кстати, мне напишите, вам что больше интересно? Момент сборки или все-таки факт того, что получилось? Стоит ли уделять большое внимание мелочам по сборке? Или прикрутил то, прикрутил все туда-сюда? Вот такие, кстати, постеры внутри. Ну и в этом номере у нас с вами даже не целая сидюшка, а я так понимаю, всего лишь одна спинка. Всего лишь одна спинка. Ну, начинаем собирать. Берем, кстати, это что у нас получается? Само сиденье резиновое, вовнутрь вставляется поролон. Вставляется пластмасска, и все это дело прикручивается еще другой пластмасской, перфорированной. Вот такая вот мягенькая получилась сиделка. Кстати, ну, интересно с другой стороны. Вот. Или спинка, наверное. Наверное, это, простите меня, спинка. Я даже не читал. Вот. И следующий, 40-й номер, это, наверное, уже сиделка, потому что чуть поменьше и изогнутая. 3-4. Собрали. В итоге что мы с вами получаем? Получаем мы сиденье и получаем мы спинку. В следующем номере у нас идет каркас для этого кресла. Вот и все. Больше мы с вами ничего сегодня не собираем. Ждем следующего выпуска. До скорых встреч. Пока.